саженцы яблони колоновидный диалог рекомендуют высаживать на хорошо освещенные участки с плодородной почвой. После посадки хорошо вносить органические подкормки и выполнять регулярный полив. Сорт морозоустойчивый, имеет иммунитет к ряду заболеваний. Плоды с тонкой желтой кожицей и белой сочной мякотью, сладкие на вкус, присутствует небольшая кислинка. Форма яблочек плоская, средняя масса варьируется от 70 до 100 грамм. Плодоносить деревья начинают во второй половине июля. Урожай хранится недолго, всего один месяц после уборки. Яблони колоновидный диалог — это дерево высотой 200-250 см с типом роста, полукарликовый. Цветет растение в месяц май. Плоды имеют массу 130-150 грамм. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.